Анонс и точная дата выхода 28 серии турецкого сериала «Дочь посла». 28 серия сериала выйдет в эфир 16 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Санжар находится в больнице, и пока врачи не могут обнадеживать близких и давать каких-либо положительных прогнозов, ему просто чудом удалось выжить. Врач просит оценить свою чувствительность по 10-бальной шкале. Если Санжар ничего не чувствует, то это будет означать 0. А если все прекрасно чувствует, то 10. Санжар выбрал первый вариант. Появляется молодая женщина-доктор по имени Сахра. Она не доктор Санжара, но он сможет стать для нее лекарством. На самом деле, она приходится родной сестрой для Акина. И она появилась не просто так, а для того, чтобы отомстить за все Санжару. Мать очень сильно переживает за своего сына, и она говорит Наре о том, что родила его не для того, чтобы дочь неверного изранила так сильно ее ребенка. Эти слова больно ранили Наре, ведь она также сильно любит Санжара и постоянно переживает за него. Санжар не собирается отступать, и он будет всеми силами бороться за свое здоровье. Ведь ради Наре и своей дочери он готов на все. Наре с ребенком постоянно находится рядом с Санжаром и постоянно его во всем поддерживают. Санжара начинают подготавливать к операции, от которой будет очень многое зависеть. Напомним, 28 серия сериала выйдет в эфир 16 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.